Вы на канале Time Show Business. Всем привет! Регина Тодоренко впервые прокомментировала рождение сына. Сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми в курсе свежих новостей шоу-бизнеса. 5 декабря в сети появились новости, что в одном из московских роддомов ведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой, родив своему мужу Владу Топалову сына. Впрочем, после этих новостей вовсе не последовало комментариев от супругов. До сих пор и Регина, и Влад в своих блогах не обмолвились о столь радостном событии, чем вызвали негодование у поклонников. Первым молчание нарушил Влад Топалов, опубликовав пост, в котором попросил фанатов дать им с Региной и их маленькому сыну возможность побыть втроем и насладиться этим временем. Теперь к поклонникам обратилась и Регина, впервые подтвердив, что она стала мамой. «Ребята, хочу сказать вам спасибо за ваши слова поддержки и заботу. Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова. Просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своем невероятном опыте», – написала Регина. Если вам понравилось новое, ставьте лайки. С вами был канал Time Show Business. Всем пока!